Вот кешка. На ленинградской земле. Первые шаги. Ай ты мой красавец. Можно подходить, подлизываться? Да, он оглядывает, оглядеться, говорит, надо. Морда добрая. Он вообще добряк. А? Добряк, он ладно. Добряк, но я ее смотрю, морда добрая совсем. Он как ребенок. Если ему это, если его обидишь, он может неделю на тебя обижаться. Да. Но обижать не будем. Много, пойдем. Пойдешь? Запоминает он сильно. Пошли, Кеша, я тебе еще дам. Пойдем. Иди, мой золотой, иди. На меня смотрит, говорит, что-то он мне не нравится. Он не угрожает, он у тебя хлеб не заберет. Что-то, говорит, он мне не нравится. Надя, чего? Возьми его, я сзади подтолкну. Ну и бери его. Хлеб говорит, давай, пойти не пойду, да? Он просто... Сейчас, иди, Ваня. Потом познакомишься. Скажи, место новое, незнакомое. Тут еще запахи всякие, тут и хищники, и все на свете. Нюх-то у них хороший? Ну, вряд ли. Что, ну вряд ли, он воду за 6 километров чует. Да? Да. Надо же. А тут рядом озеро, тут даже 6 километров не надо идти. Пошли, Кеша. Скажи, идите в баню. Я, говорит, дальше поеду. Рано угостили. Вот у тебя аппетит-то хороший. Опять пол булочки, раз. Сейчас мешок принесу хлеба на тачке. Такой вкусной булки у нас много. Да. И это, он ненавидит ветеринаров в белых халатах. Да, вот ветеринар. Нет, белые халаты не надо. Ой, белый халат у меня ненадолго, он сразу весь в говнище. Он видит белый халат и сразу же начинает нервничать. Пошли, все.